Да, в рамках мероприятия «Спутника» Конгресса молодых ученых, который в Камчатском крае будет проводиться, и мы первые берем эту эстафету, будем проводить выставку молодых ученых, «Молодые ученые. Будущее России», в целях, конечно же, в первую очередь популяризации деятельности наших молодых ученых, их научных проектов, чтобы показать, что наука на Камчатке очень активная, интересная. И я думаю, что это такой получился у нас интересный симбиоз, что вот наше проведение выставки совпало со спутником, и мы решили объединить наши усилия, чтобы нашим гостям показать наших юных дарований и их потрясающие проекты, просто невероятные. И чтобы наших жителей, наших студентов познакомить с этой деятельностью, потому что мы сами даже не знали, насколько у нас жива эта наука, насколько она активно развивается каждый день, сколько проектов, а проектов действительно масса, и я вам даже скажу, что мы не всех ученых охватили. Мы будем, конечно, над этим работать, но у нас уже на сегодняшний день более 100 фотографий. И все это ярко, красочно мы постарались снимать наших молодых ученых в их, так скажем, среде обитания привычной. Это и на вулканах, и где-то в море, и в полях. То есть и постарались собрать эти красочные фотографии уже, которые есть в архивах наших научных институтов. И также в этот день состоится креативная сессия с участием молодых ученых. У нас планируется спикер, который приедет к нам с Владивостока. Модерировать площадку у нас будет Александра Сергеевна Лебедева. Мы поговорим на этой площадке с нашими молодыми учеными об их проектах, об их научной деятельности, о деятельности их научных институтов, а также постараемся выработать меры поддержки наших молодых ученых. У нас есть четыре основных вопроса, такие как, например, начисление полевого стажа, да, грантовая поддержка, потому что это тоже один из инструментов привлечение средств дополнительных в институты и, собственно говоря, на свои проекты. Есть у нас ряд других инициатив, которые мы пока, конечно, озвучивать до мероприятия не будем. И также планируется интересная форсайт, такая сессия с игровыми элементами, которые проведет наш гость, приезжий спикер. Он тоже направлен на то, чтобы наших молодых ученых зарядить, замотивировать, рассказать им, как правильно оформлять, куда можно податься с этими проектами. Вот. Поэтому день будет интересный, насыщенный. Работать мы будем на площадке целый день. У нас планируется участие депутатов Законодательного собрания и Ирины Леонидовны Утиловой тоже лично. Да, и также мы планируем эту выставку тиражировать. То есть работа была проведена колоссальная, и мы выложим эту выставку и на сайт Законодательного собрания. Также у нас отдельно выходят ролики в социальных сетях, краткие об их деятельности и репортажи в средствах массовой информации. Мы, конечно, постараемся максимально растиражировать эту выставку.